Привет! А в этом видео мы с бабушкой Специей покажем и расскажем, как приготовить блинчики с ветчиной и сыром. Вкусные, ароматные блинчики с хрустящей корочкой к вашему столу. Состав рецепта рассчитанный на 2 порции. Для блинов нам потребуется молоко 1,5 стакана, мука 1 стакан, яйца 1 штука, сливочное масло 40 грамм, сахар 1 чайная ложка, соль по вкусу. Для начинки нам потребуется ветчина 150 грамм, сыр любой 150 грамм, базилик по вкусу. Для подачи нам потребуется руккола 80 грамм, помидоры 2 штуки, оливковое масло 2 столовые ложки, бальзамический уксус 1 чайная ложка, соль по вкусу, перец острый молотый по вкусу. Основной этап приготовления. Для начала займемся тестом. Тесто получается больше, чем на 4 блина, так что по желанию вы можете уменьшить количество ингредиентов. Муку просеиваем в миску, добавляем соль, сахар и хорошо перемешиваем. Добавляем яйцо. Небольшими порциями вводим молоко. Постоянно перемешивая, замешиваем тесто. Готовое тесто оставляем минут на 15 для отдыха. Если есть время, то лучше оставить минут на 30. Или же приготовить тесто заранее, например, с вечера и жарить блинчики утром. Пока тесто настаивается, приготовим ингредиенты для начинки и для подачи. Блинчики мы подаем с салатом из помидоров и рукколы, а вы ориентируйтесь на свой вкус. Для начинки ветчину режем кубиком или тоненькими ломтиками. Сыр натираем на терке. Помидоры для салата режем ломтиками. Смешиваем помидоры с рукколой и заправляем заправкой из масла, уксуса, соли и перца. В отдохнувшее тесто добавляем растопленное сливочное масло и хорошо перемешиваем. Приступаем жарить блины. Жарим с двух сторон до готовности на хорошо разогретой сковороде. Жарим 4 больших блина. На готовый блин выкладываем ветчину, по желанию измельченный листик базилика. Сверху выкладываем натертый сыр и сворачиваем блинчики конвертиком. Перед подачей по желанию блинчики обжариваем до хрустящей корочки. Подаем горячими с овощным салатом. А вот и разрез нашего вкусного хрустящего блинчика. Попробуйте и вы приготовить блинчики с ветчиной и сыром по нашему с бабушкой рецепту. Приятного вам аппетита!